Привет всем! Сегодня я нахожусь в Нью-Йорке на фабрике цветов. Фабрика находится в центре города, как оказалось, в высоком здании на 7-м этаже. Все цветы здесь делают вручную. И чуть позже покажу всю красоту. Hi everyone, I'm at the factory, flower factory in New York City. This is a little piece of what are we gonna see today. And wanted to show you guys. The full video is going to be on YouTube. If you can please follow me and follow my journey today. Сегодня я на фабрике цветов в Нью-Йорке. И вот зашла, и сразу тут везде цветы, цветы, цветы. Просто много красоты. Это из ткани, из кожи. Посмотрите, сколько тут красоты. Так, покажу все немножко вокруг, и потом помедленнее. Ну и, конечно, стразы. Куда же без страз? Вот, даже цветы. Это кожа. Джинс. Конечно, наверное, накрахмаленный. Вау. Возможно, для кого-то это новые идеи. Сколько красоты. Ну, конечно, цветы из органзы, перья. Очень красивые. Тут даже маленькие композиции, сочетание разных тканей. Но разве не красота? И что самое интересное, фабрика находится в центре Нью-Йорка, в высоком здании на 7-м этаже. Вау, сколько красоты! Что-то неповторимое. Блестки, стразы. Цветы, конечно, получаются неповторимые. А здесь находятся инструменты, которыми пользуются для производства цветов. А это цветы из кожи. И вот здесь вбиты стразы, камни. Вау, вот от этих я в восторге. Для меня это новая идея. И вот, как я уже показывала, джинсовые тоже. Сочетание разных тканей. Вот как раз сейчас приводится съемка. Это тут отвечают за цветы. Вот тут цветы, посмотрите, как красиво. Очень красиво. Ну и, конечно, как же без страз. Посмотрите, какая здесь красота. Так, сейчас открываем. Вау, сколько здесь цветов, и как здесь все блестит. Конечно же, это все Сваровски. Не знаю, передает ли камера, но это очень красиво. Посмотрите, как это красиво. И вот здесь еще много-много камешков блестят просто. И, конечно, это же все стекло. Никакого пластика. Красота. Сочетание разных тканей. Ну, просто красота. Есть одна рукодельница из Италии. Я думаю, ей будет очень интересно посмотреть. Занимается цветами. Ну, а здесь целая стенка из цветов. Вау, не передать, как это красиво. Конечно же, вон разные цвета, разные фактуры тканей.
Ну, очень красиво. Чуть позже пойдем на производство. Как вам такая стеночка из цветов? А это разные формы цветов, которые вырезают. И, конечно, это все потом под пресс. Вот даже вот такие маленькие цветы. Ну, красота. Девочки, здесь показываю немного закулисье. Посмотрите. Сейчас ждем еще одного человека и пойдем посмотрим, что же там творится. А сейчас нам покажут процесс. Вот я выбрала цветов. И вот, вот, вот. У нас здесь железный пресс. Все это подправится. И сейчас посмотрим, что же у нас получилось. Вот так выглядит сама заготовка, и вот тут делается много-много разных цветов. Используется разная ткань. In terms of content, this is probably as good as it gets. Yeah. Помотай ему говорить, да? Yeah, you explain what you're doing. So I'm gonna press this petal in two different veiners. Yeah. This is called our Blossy. It's gonna give it a lot of detailing, kind of similar to this. Yeah. And then I'm going to do a different one just to show you the infinite variations. So this tool is really hot. Yeah. That's why I'm being very, very careful. Hot. Muy calor. Caliente. Caliente. Wow. Nice. It's really nice. So now I'm going to take this same petal we cut before, yeah, and press it in a different veiner. Mm-hmm. Just so you could see how infinite, there's so many different variations that we can create. You must be careful if it's so hot. Oh, I have to, yes, I have to be careful. Mm-hmm. See how much different now? It's like a smooth embossing. Yeah. And then I could take these petals, take them apart. I could do something very simple like yeah. that. Wow. And I could do the same technique. Yeah. I could put that in the center here. Oh, and drop yeah. it. Yeah, this went down. And I could do the same technique here. Yeah. And it's create something different. Yeah, it looks different. Yeah. There used to be a stove underneath, mm-hmm. like you would see fire, and the whole thing was really hot. Yeah. But we're the only manufacturer left in the building, and they turned the gas off. Oh. So we're the only ones that use it. So that's why we have the grill over there to heat our tools. Смотри, там гриль. Mm-hmm. Они нагревают. Вот да, вот здесь нагреваются все аккуратно. Заготовки, и потом под пресс. So now I'm gonna take yeah. just a different shape, press it in our Blossy. Dirty. Yeah. I gotta be very careful not to burn it, so I'm gonna do a lot less pressure when I turn the wheel. Yeah. And I'll try not to burn it. We'll see what happens. Это кожа. И сейчас посмотрим, что же получилось. Oh, it looks fine. Wow. Yeah. Nice. Room to show you different things. Okay, yeah. We have all the vintage dyes here, the really old ones. They all have. Очень старые, смотри. They have this long stem like this. Yeah. And you would take a hammer like that Ooh. And swing it really hard. Here, hold this. Oh my God. It's heavy one. Really? Вот здесь разные модели молдов на разные цветы. Yeah. Like this. This is where we do all the embossing. Some of them are smooth like that.
Here, you can just hold that. It's heavy. Oh, очень тяжело. Oh, she's strong. Fuerte. I used to be a horseback rider, so. All right, I'm gonna get a bigger one then. So some of them are smooth like that. Wow, this one is very pretty. This one is gorgeous. Много. Over here, you can see John is like 35 years old. Mm-hmm. Очень новая. Да, да, да. Now I'm gonna get my own content right now. Wow. Wow, it's so cool. И вот так каждый лепесток делается отдельно. Работы много. Очень много вот этих молдов железных, красота. А здесь обрабатывается ткань. Вот она пропитывается специальным составом, и вот здесь она сушится. Вот это все сушится. Over here he's cleaning to make sure there's no excess starch. Yeah. Вот так все чистится. А здесь всякие инструменты для работы. Очень много, смотрите, сколько. Все это вот вырезано, вырезается несколько слоев, но обрабатывается каждый цветок отдельно. А вот здесь немного процесса. Yeah. Очень мелкая работа. Every has 30 tiny flowers. And 6 strands. Mm-hmm. So they have to make them one by one. This order is for 190 of them. So if you do the math, 190 times 30 is a lot. It's a lot. Wow. Сколько же здесь работы? Hello. Thanks. Посмотрите, сколько красоты здесь. Okay, I will. Okay. Вот тут готовые цветы. Разная ткань используется. Чуть позже покажу склад тканей. Посмотрите, ну это просто что-то. Это все из кожи. Каждый цветочек, все это вырезается отдельно и все делается. Но разве не красота? I'm going to make a flower, and I'm going to play. Yeah. Jugamos. Divertido. Yeah. Palabras. Is this special glue? It's just a regular non-toxic craft glue. Yeah. So primero, I'm gonna take my wire and I'm gonna take tres pétalos. Yeah. Uno, dos, tres. I don't know if that's the color. So if that's not the color. I'm gonna go uno, dos, tres aquí. Fold that in half. Yeah. And I'm gonna take my wire and fold that over like this. And then fold it there. And now I'm gonna flip it up so that it keeps everything together. Yeah. And now I have this petal tie. Wow. And now I put that to the side. Yeah. I'm gonna take this petal here. Glue on the inside. So we're almost there. And then we'll take this last paddle. And we have our brand new flower. Wow. Yeah, it's nice. And this is for your order, right? Yes. They're drying? So, these are dry already. Okay. But yeah, so I'm just playing around. If you want to get a video, and you'll see she's much more natural with her hands. Yeah, now we're going to make a small flowers. Yeah. Thank you. Yeah, to show how it's working. So he said that she's very fast with what she does. Yeah. So she already knows what she's doing. Yeah. You know, she's going to do it very fast. How much would you potentially? Можешь приблизить.
Спасибо. Окей, молодец. Конечно же, используется клей горячий. Правда, у них пистолеты большие, не такой, как у меня, маленький. Там вот это все цветочек затягивается. Now we take another one. Yeah. Wow, it looks nice. Вот так делается вручную все цветы. Вау! Beautiful! А здесь уже подготовленная ткань. Вот здесь все скреплено. Здесь уже что-то подрезано. Вот, все скрепочками, чтобы пустить под пресс. И все это сразу врезалось в нескольких количествах. Вот здесь уже есть цветок. И, конечно, подготовленная ткань. Some nice flowers. Вау, какая тонкая работа. Здесь склад тканей. Все сложено аккуратно, все по цветам. Разная ткань. Посмотрите, разная фактура. Тяжелые, легкие. Смотри, бархат белый, как кремовый. Кремовый, да. Красивый очень. И покажу немного готовой красоты. У них есть магазин на Etsy. Чуть позже пришлю ссылку. Посмотрите, сколько тут всего. У меня просто вау. Разная ткань, разная фактура, разные формы. Ну, это просто. Посмотрите. It's really beautiful. Oh, sorry, no problem. Вот сочетание разной фактуры, ткани. Ну, это что-то не передать словами. Посмотрите, как это все красиво. Цвет потрясающий. Посмотри, там орхидея. Это да, орхидея. Орхидея, орхидея, да. Любые вообще, что хочешь. All the boxes here yeah. are filled with flowers. Yeah. So I don't know if Lincoln showed you that. You pull it out and you wow. see. Wow. Oh my god. Do you realize that? It's stock here, yeah? Yeah, thousands of flowers. Yeah. Ready to go. Shiny. Посмотрите, что здесь. И вот эта коробка полностью полна цветами такими. Вот красота. Вот, разного размера. Мама, посмотри, какой вот этот цвет красивый. Сейчас, секунду. Ими. Вот тут сочетание двух цветов. Ну, очень красиво. Они бархатно, не знаю, пушистые. Вот мы приоткрыли коробку. Вы посмотрите, сколько здесь красоты. Это что-то нереально красиво. Сейчас. Вау, вы посмотрите. Это очень красиво. This is Elizabeth. She's going to show me how to make flowers. With the rhinestone. Yeah. And the ring. And I'm gonna try to put it with this one. And you can put in any fabric. You can make it a flower too. Yeah. Just I want to see how you are doing. All right. Something like this. Mm-hmm. Wait, I need to change the dye. Yeah. The dye is for different sizes stones. Yeah. Okay. Yeah. This one you see is a big one. It's not working. Yeah. Switch with the small one. Yeah. Выбираем стразы. The two. And when you work something like this,
you can make, look here. You see? Oh yeah. Now you're gonna see. I'm gonna try to make something different. Yeah. Or you can decorate to the butterfly if you want the butterfly. Okay. Yeah. It looks nice. This color is beautiful. You see? Everything is clean and nice, it looks. Exactly. Yeah. That is the idea. Yeah. That is the idea. You can play with this one. Okay. Wow. You can make butterfly, you can make flower with yeah. this one. You can play. You see? I put a grammar too. Yeah. And this is the idea. You're going to put around now, yeah? All around, we can put it yeah. down. You see, you can create everything you want. Yeah. And you can play with the fabric too. You see? It looks really nice. Yeah. Could be so difficult designing or could be so easy. Yeah. Made your item bright, you know? Yeah. Make a it's flash. Slowly going slowly, but it's when you get it ready, it's really nice. Yes, it's slowly, but it just depends. Sometimes I'm working. Thank you, Sophie. Sometimes I'm working with that, you know. Sometimes yeah. I'm working, you know. It looks nice. Thank you. А здесь покрасочная. Вот здесь. You can see some different petals we just worked on. Yeah. Did you paint everything here, yeah? Yep, exactly. Mm-hmm. Some of these jars probably haven't been opened in 20 years. Yeah, oh. Не открывали 20 да. лет. Бутылочки, баночки. Вот здесь хранится все, с чем красится. Yeah. Wow. This is the last. Yeah, you want to do it. It's the top. I'm working in the front and back. This is the back side. Yeah. It's, you can put in different sizes, different color. You see, this is a big one. Yeah. Look at that. Yeah, it's nice. Ну и конечно, куда же без страз? Вот тут целые упаковки большие, много-много. Посмотрите. И вот здесь все, кто посещал фабрику. Все звезды. Дисней просили. Бейонсе там. Виктория Секрет. Си. Yes. Заказывали цветы. Vogue. Gorgeous. Да. A lot of the newer stuff you can see on the Instagram. Yeah. From 1930s, and you can see 35th Street, and you can see right here, mm-hmm. M&S Schmalberg, the old storefront. Mm-hmm. Yeah. Nice. Yeah. Beautiful. I saw more pictures. Yeah. Покажу еще что-то из готовых цветов. Вот эти коробочки, все тут, видите, в рядах все сложено, а это все находится вот именно в коробочках. Здесь тысячи цветов. Я даже не могу передать, сколько здесь всего, ну, очень-очень можем много. Можем аккуратненько открыть их, да? Сейчас, выберем какой-нибудь вот этот, вот красивая коробочка. Какая? Вот это? Вот, да, вот сейчас откроем. Is that okay if we're just gonna open it a little just to look at the box? Yeah. Вот здесь такие цветочки и открываем. Вау! Посмотрите, я даже не знаю, за что схватиться. Вы посмотрите, сколько здесь красоты. Вау! Сколько красоты! Каждый цветок сделан вручную. Какие розы! Что-то нереальное. Разные ткани, разные... у меня не хватает слов. Не знаю, где используют черные цветы,
Но здесь все так красиво. Ну, просто посмотрите. Это что-то нереальное. Ну что, еще и еще цветы. Я когда-то начинала с бантиков и цветов, но не думала, что кто-то вот делает так много всего. Вау. Посмотрите. Вау, сколько красоты. Так, открываем, открываем коробочку. О, какие они нежные, посмотрите. Это что-то нереальное. Вау. Вот еще коробочки, коробочки. Это склад готовых цветов. Вот здесь лежат еще цветы. Вы посмотрите, какая красота. У меня нет слов. Все, конечно, пакуется, собирается. Еще цветы, цветы везде. Потом чуть позже расскажу историю фабрики. Уже несколько поколений. А здесь некоторые образцы. Все где-то клеится. Конечно, стразы. Куда же без страз? Здесь кожа. Мама. Что-то упало. Вот много-много цветов. Так, здесь тоже всякие листочки, полуфабрикаты. Вот листочки, листочки. Конечно, под все это есть все эти прессы железные, но каждый вот вырезается несколько, а именно обрабатывается каждый отдельно, чтобы имел форму каждый лепесток. Сколько это работа? Мама, давай купим парочку, что ты хочешь? Вау. Возможно, после этого видео у кого-то появятся какие-то идеи. У меня уже появились. А здесь лежат заготовки под работу. Посмотрите, какая красота. Нарезки. Вот, из всего этого будут цветы. Вау. Сколько здесь красоты. Ну и, конечно, мелкие детали, кружево, как же без него. Процесс работы, фабрика. Я бы отсюда, наверное, не уходила. Ну и, конечно, всем интересно, какие ткани. Вот, я тут немножко подглядела. Мне разрешили походить, посмотреть. Ну, очень красиво все. Я под впечатлением. Тут уже использованный материал, вот тут все вырезано. Ну, как все это обустроено. И здесь идут все заготовки в несколько рядов. Там я уже показывала машинки, прессы и все остальное. Мне не хочется отсюда уходить. Но я, как всегда, нахожу что-то красивое и интересное. Посмотрите, как это красиво.